Так, Юго, всем привет, с вами Енот, с вами Годан Итер, пожиратель богов. И вот, и мы продолжаем наше... Вызывает Сакаки. Фух, здесь всех прошли, это хорошо. Ну, пошли к доктору Сакаки, узнаем, что он вам расскажет. Он, наверное, здесь сидит. Где вы вообще сидите? Good day to you all, and thank you. Здравствуйте, большое спасибо, что пришли. А, даже так? What can we do for you, doctor? Чем можешь помочь, oh, доктор? Hey, о, смотрите, Сома вернулся. Up, привет, Сома. Что-то он не веселый. Рад вас всех. Я получил новую информацию об аномальном селективном поле, с которым мы часто сталкиваемся в последнее время. А что это они решили так вести? Begin, для начала обрисуем то, что нам уже известно. Доктор, позвольте мне. Конечно, Сома, как пожелаете. В таком случае, я перейду сразу к сути. У меня есть основания полагать, что на Дальнем Востоке появилась еще одна нова. Еще одна нова? Сома? После того, что произошло с проектом Ковчег, я начал собирать нестабильные фрагменты новых. Мы хранили эти фрагменты в ангаре на Эгиде, чтобы запасть их, а после уничтожить. Но вчера мы обнаружили, что кто-то проел дыру в стене ангара. Кто? Что? Видимо, один из фрагментов со временем мутировал настолько, что приобрел способность к пожаранию, и ангар не выдержал. Мы полагаем, что этот фрагмент все еще находится в дальневосточном регионе, и что он приобрел форму некоего Арагами. Подробнее выяснить не удалось. Мы слишком поздно засекли сигнал. Я сплоховал. И на Дальнем Востоке появился еще один монстр. Не-не-не, Сума, не ты один виноват с произошедшим. Я тоже не стал ответственен за провал. Зная, что ты и так устал, особенно в последнее время, я взвалил на тебя одного, еще и этот проект. Но не вы же упустили этот проект. В любом случае, это... Эникейс, прикольно. Это вторая нова находится на свободе еще не... не так долго. Сейчас ее сила находится на стадии зарождения. Вопрос в том, сможет ли она достичь зрелости. Подозреваю, что как тогда даже первый отряд с ним справится. Мы должны уничтожить это чудовище как можно скорее. Доктор Сакаки, я прошу. Это моя ошибка. Это катастрофа моих рук дело. Позвольте мне саму все исправить. Довольно сам. Хорошо, да. Эта нова угрожает всем жителям Дальневосточного филиала. Будьте крайне осторожны, я сделаю все, чтобы не следить. Все? Нужно прикончить его, пока оно не созрело. Ну, отлично. Так. А если на этом здании все раз, что вы встретите саму новую, примите все меры предосторожности. Карл, они уже сразу всех распределили без меня. Почему мне дали всех бесполезных, кем я даже не пользовался это особо никогда? Так, кто ты у нас? Эффект предмета, всплеск при помощи, ну понятно. Джина вообще дно полностью. Авто, эффект предметов. О, надо эффект предметов прокачать. Эффект предметов. А где он? Тут какая-то странная есть группировка, я пока не понимаю, какая. А где? Нет эффекта предмета. Черт. Ну и ладно. А ты кто у нас? ОЗ при пожирании. Ого. Он может быть хорошим. I can see it now. I'll be the den's alpha dog in no time. You guys got nothing on me. Нет, давай возьмем ОЗ при пожирании. Это полезнее будет. Хотя... пусть пока будет. Без разницы. Сколько тебе надо? 600. Ужас. Третий нужен только. И смена поддержки. Четвертый. А почему тебе это не нужен?
А, нет, здесь, наверное, нужен смена поддержки еще. Дополнительный ОС. У него уже дополнительный ОС есть, да? Ну ладно. Давайте попробуем разобраться с тем, что творится в этой Унавы. Да вот эта собака, короче, которую вы уже встречали. We are ready to proceed with the mission. Your task is to seek out and track the Nova Origami. This is gonna be sweet! Man, just getting eyes on that thing is bound to bring in some serious cash. Come on, team, quit your ass drag. You've got cash to make. Well, aren't you a little go-getter today? So once we find that big old thing, it's shake its ass right into the ground. Черт. Тут побольше, тут поменьше. На. Хорошее место. Давай. Потерял, ты осталось. А, черт, хорошо. Я даже не убил, да? Ну сразу два удара, да? Ты мне дашь перевести дух? Давай, иди. Отлично, ни одного удара. Приятно. Нападает она на меня со спины. Опа. Фак. У вас много не было. А, успел, я видел, что этот тварь что-то забыл. А, сейчас не успел.
die. Я думал, сейчас нам будет посложнее. Ты специально, ты такой маленький. Где новая-то? А, в принципе, лень собирать вещей дофига, я даже не знаю, нужны или не нужны. Don't worry, little boys. I'm sure we'll find it sooner or later. After all, anticipation is half the fun. Так. А давайте. Без разницы. Меня убили первый раз, нечестно. Так, что нам здесь пишут? Сообщаем. Срочно. Сообщение от Новы. Так, похоже... Остатки Новы каким-то образом исчезли из последнего центра обработки и трансформировались врагами. Это от кого вообще? Не знаю. Филиал назвал эту новую сущность второй Новой и поручил первому отряду нейтрализовать ее. Нам бы очень хотелось, чтобы вы приняли участие в этой операции. Пейлор Сакаки. Похоже, остатки Новы каким-то образом исчезли из последнего центра обработки со своими врагами. А, блин, щит... против селективного поля завершен. Как поживаешь? Мы наконец-то поняли, как создать щит, способный нейтрализовать это аномальное селективное поле. Еще много надо довести до ума, но даже на этой стадии щит может спасти тебе жизнь. Мы уже раздали всем бойцам поискового отряда. Осталось только испытать бою. Расскажи, как пройдут испытания. Я понимаю, если бы дали, допустим, какой-то щит, и у меня урон такой, хоп, не 100, а 500. 100. Я такой, вау! Мы нашли новую у старого города. Кстати, вот эта фигня всегда была видна. По-моему, значок изменился. По-моему, это какой-то DLC, что-то вроде, не знаю. Как-то странно, это все идет. По данным оракула, она еще не созрела до окончательной формы. Нужно прикончить ее быстро. Хорошо. Мы нашли Арагами, который его вовсе ищет. Теперь нужно просто его убить, да? Нет, это будет не просто. С новым Арагами возможно все. Концентрируйся, пока тварь не сдохнет. Говорят, новую нашли. Сома сообщил мне все подробности. По данным наших разведчиков, установленных Ликой, барьер, похоже, уменьшает негативное воздействие поля. Но мы должны быть начеку. Мы должны быть готовы ко всему. Да, я ко всему готов. Только аптечек. Я тебя прикрою, можешь отрываться. Ой, погоди, я придумал. Если селективный поезд снова появится, я буду приманкой. Возьму целебных таблеток. Вот умрет первый, ладно. Судя по реакции оракула, в старом городе находится вторая Нова. Первому отряду поручено уничтожить удачи. 12-й? О! После этого у нас может много что измениться. Кого мне дали? Сома. О, Сома перекачан, да, противный гнев. Атаки изо всех сил. Ну и ладно. Кота, ему сколько нужно? Ему нужно... О, 800. Запас ловушек, запас лечебных столпов. Вот. Мы заменяем. На золотой навык. Yeah, baby, that's the stuff. Oh, man, this next mission is gonna be nothing. Алиса. Nothing. Что-то там нужно. Все есть, нужно 1000. Окей.
Эрика не хватает, 600 нужно. Ну ладно, будем качать ее. Кто знает, вдруг поможет. Ну а смысл качать Тацуми, когда есть более крутой персонаж? А, блин, это же... Что это? ОГЭ, лечебный столб. Слушайте, блин, надо коду взять. Ты что? Идите, а, это что-то новенькое. Ха! Слышь ты, недоделанное ново. Ха. Ну пока ничего сложного не происходит. Единственное, что за ней бегать далеко. Ах ты гад. Ой, ну что такой слабенький. Сразу, блядь, ты не дрался с первым отрядом. Э, куда пошла? А, лошара. Я знал, что тебе будет больно. А, лошара. Так, одиннадцатая глава быстро кончилась. Тоже хвост или что-то там? Приятно? Чё, всё? Серьёзно? Такая слабая? Нет, первый отряд, прием, реакция Оракула усилена, нова жива. Стой, о, со связью какие-то проблемы. В смысле, она жива опять? Бессмертная Орагами. Но он был какой-то тряпкой, если честно. А мне нравится прокачивать кот, у него полезные штучки выпадают. Грин, тебе это не нужно, но это хорошая вещь. Давай коту, я хочу коту. Я коту хотел! Ничего полезного. Не, я понимаю, там падают двойные навыки, но мне двойные не всегда нужны. Можешь, конечно, накачивать свое оружие, чтобы было сильнее. И снова кота всех спас. Ура! Странно, мое оружие перестало слушаться. Мне кажется, атака давалась трудом. Очень странно. Пожиратель, прием! Вы уверены, что чудовище мертво? Ну да, мертвее некуда. Реакция Оракула новая, все еще стабильна. Что-то не так. О, нет. О, это правда, отойдем. То есть вторая форма, да? Еще бы чуть-чуть. Я тебя запомнила. Проклятие, Нова обвела нас вокруг пальца. А толку-то мы ее напинали. Блин, да тут сюжет разворачивается, шо капец. Так, синтез, ну-ка улучшить холодное оружие. Могу? Еще невозможно. Отстой. Не могу. М-м.
Отличная работа, жаль, только что новая ушла. Не волнуйся, мы ее найдем. Я рад, что вы все живы. С этими атаками не справился первотряд, надо скорее его прикончить. Hey, привет! Это был неожиданно. Хибари говорит, снова сумела вас обмануть и сбежала. Она просила меня проанализировать запись боя. Да, страшно рогами вам попался. Хотелось бы сесть и хорошенько обдумать, как нам теперь поступить. Но время работает против нас. Еще бы начать. Кто-нибудь объяснял, как работает защитная стена? Та большая, которая окружает весь филиал. Если совсем-совсем просто, покрывающая пластина содержит разные сильные факторы, поэтому для арагами она не вкусная. Судя по тому, что я выяснила, вторая новая действует по тому же принципу. Самому основному. Ее тело содержит множество сильных факторов, поэтому что? Она пожирает других арагами, поглощает их клетки, ясно? Нет, не совсем? Ну ладно, смотри. Ваше оружие реагирует на Нову так же, как арагами на стену. Для него это невкусно. Как кальмар с арахисовым маслом. Наверное, поэтому и божественное оружие Элис перестало работать. Теперь понимаешь, о чем я? Нова будет пожирать арагами и вбивать все более необычные эффективные факторы. А значит, чем больше сил она наберет, тем сильнее неэффективно становится ваше оружие. Но это не повод расстраиваться. Улыбнись. Мы обязательно с этим справимся. Исследование только начинается. Если решение существует, то я его найду. Ну да. А если не существует? Такой простой, расслабься. Так, мне здесь ничего не надо. Я вбила его снова и снова, но как будто не нанесла урона. Это мне не показалось. Времени мало, похоже, отдыхать не придется. Твое следующее задание — искать Нову вместе со вторым отрядом. Ваши два отряда обыщут развалины храма. Это разведка, даже если найдете Нову, в бой не вступайте. Удачи! Да, быстро это закончили, ну же. Тацуми Брендал Кэнон. Ну ладно. Будем их качать, так. Личные способности. Запас бомб. Что тебе качать надо? 230 копий. Есть. Непоколебимый надо. Что это такое? 700 очков, понятно. Что тебе качать надо? Искоренитель. Надо было. Нет. Nice. Let's see what this baby can do. Так, ладно, пока это ничего не берем, ладно. Кэнон. Наш медик. Медик автовосстановление оракула. Вот, надо автовосстановление оракула качать. Бой 700, тебе надо накопить, и все будет хорошо. Эрике надо 600, да? All readings in the area remain stable and as predicted. Без ожидания, можете. Я не понял, а какого черта она там? Все наши где-то непонятно где. Что, это вся атака? Вообще прикольно. Но вроде говорят, что арагами кого-то эти поглощают. Такого поглощения вот этот. Чтоб стать таким. Или там что-то есть. Alpha 1, burst time is running low.
Это куда я тоже пострел? Вот попасть по нему, а? Я не знаю, где у него слабое место, но я буду просто его пашить. Отойди его. Вот пришел кто-то. Второй товарищ. Что, мне не до тебя? Твой друг бежал, я его убил. Ой, с двумя, стой. Еще один? Хорошо, жахнул. Так, сейчас, теперь пришел. Вот этот чувак. Ты можешь не позиционироваться на стенку, пожалуйста. Собаки. Убегает. А, не успел. Это был мой план. Сам умный, да? Сам умный. Был еще в храме, говорили кто-то. Держитесь, скоро прибудет подмога. Да ладно, от этого лошара мне не нужна подмога. Лупи его просто, лупи. Конечно, молодец, сбила меня. Что за хабуген был? Я, конечно, с своей стороны стайка сбивает все частям, вообще в хламину его.
Почему тебе не больно? Don't let it get to you. We're all a little freaked out, but in the end, it's just a new, insanely powerful monster. Right. Sure. That totally made me feel better. I hope we find it soon, and then I hope we crush it. Ну, давай так. Not only will I do it, I'll do it with some flair. Just like Eric would. Давай тебя. It's Tatsumi time. Let's kick this. Быстрее прокачается. Я понимаю, это вопрос времени, но все равно. Так, стали доступны контрольные блоки. Атака вместо всплеска, время ослабления, шелк автомату, купил баночку кофе. Слева стояли те, что без сахара. И тут меня осенило. Инженеры настолько зависимы от кофе, что без него они не способны работать. С уважением. Ага, дело следующее для невосточное дело. Гениально. Я решил немного отдохнуть от наших заданий. На какое-то время вернусь домой, на Дальний Восток. Мне рассказали о второй Нове. Как только я вернусь, буду рада помочь с разведкой и всем остальным. Дайте мне знать, если понадобится. Этот отряд должен уничтожить Нову. Поторопись, ладно. Пока рядом эта тварь, моя задача разбиваться с оргами, которых она считает добычей. Мне отдохнуть некогда. Как же мне это надоело. Сейчас оргами стали активнее. Разведывательные отряды всегда полны сюрпризов. Говорят, разведчики, которые нашли след новый на обратном пути, истребил стая оргами. Но не будем думать о плохом. Вот я отправляюсь на разведку. Ты еще не думаешь о плохом, молодец. Каждый день мы несем потери из-за новой, ее никак не дается поймать. Нам бы хотя бы одну зацепку, и больше не нужно. В последнее время рогами атакуют грузовики, а у нас заканчивается провизия. Придется затянуть пояса потуже. Давайте вот эту последнюю жахнем. Так, у них должно быть по два. У этого два, у этой одна. У этой одна. И Тацуми. Сейчас мы ее напинаем, и на этом будет наша серия закончена. Коту. Снижение урона, да? Пока не могу его качать и качать. Ты. Угу, почти. Ого, 380, нормально. Непоколебимость, там уже 700, да, по-моему? Да. Дяка надо качал до 6 уровня. Теперь нужно 1000. Гениально. Ну, по очкам можно бить. Ну, Кота мне нравится то, что он дает хорошие плюшки. Это даже лучше, чем качать оружие. Я вот оружие качал, я увеличил не так уж сильно. На зеленый. То, что вот этим разрывом я не ем ничего. Oh,
уже один выше. Кота, как ты мог вылететь? Вау. Черт, почему она лечит, когда у нее полная жизнь? Не объясни. Кто знал, что на меня контролирует? Ярость, это плохо. Наташа. Вот я не знаю, как лицо звучит на русском. И Наташа. Врёшь, нет. Новая, не новая. Нет, первый босс был самый прикольный. Второй был босс какой-то непонятный. Вот это вот. Собака. Ты газ меня тут хилил. Вот и всё. Фу. Плотненько, плотненько, плотненько. Так, ну давай, вот давай, ты раз мне очки даешь. Пушка, ничего полезного. Достаточно как-то талантливая юна моя красивая, бла-бла-бла-бла, все. Не особо интересна твоя история. Вот, и на этом мы как бы все заканчиваем. Всем хорошего настроения. Всем до следующей серии, будем пытаться дальше двигаться. Всем пока. Смотри-ка, не хочешь остановиться? Алло.
смотри, не останавливается. Возможно, сейчас вы увидите что-то странное.